Здравствуйте, друзья! В моем распоряжении два параметра. ST390 плюс и ST490 плюс. Производство компании Smart Sensor. Они представляют одну серию, объединены одним конструктивом. Лазерный целеуказатель также у них однотипный. Хочу обратить внимание, что лазерный целеуказатель представляет не одним лазером, да? А вот один центральный и группа из 12 лазеров расположена вот по окружности. Это удобно, потому что сразу визуально вам показывает область, с которой будет браться информация о температуре. То есть ближе, дальше вы можете визуально оценить эту область. Это удобно. Итак, по функционалу. Измерение в диапазоне от минус 50 до 390, это ST390. На панели кнопка «Выбор единиц измерения», «Фаренгейт» и «Цельсий». И вот с таким значком опасности излучения – это включение-выключение лазера. Ну, информация о заряде батарей. Кстати, они здесь, мини-пальчиковые две штучки. Тоже удобно, так как элементы очень распространены. А вот модель 490, она немножко отличается не только температурой, которая здесь на 100 градусов выше, опять же, видите, минус 50-490. Так, батарейки есть? Да, есть. Здесь мы можем настраивать коэффициент излучательной способности. Раз. Второе. Вот, опять же, да, кнопками вверх-вниз. Можем фиксировать максимальное значение, а дальше high и low можем устанавливать уровни тревоги, то есть высокого напряжения и низкого. Вот. Давайте поставим что-то по высокому, да? Вот 37 градусов, пусть будет 40 градусов, да? И проводя измерения, вот, например, я на горячий объект навел, да? Видите, он подсвечивает весь дисплей красным, информирует о том, что предел нарушен, и обратите внимание, да? Вот таким образом. То есть по функциям он позволяет еще играться с коэффициентом, если измерять температуру объекта, коэффициент которого существенно отличается от заданного, там 0,95, а у вас, например, какой-то металл, где нужно поставить 0,60, да? Вот. И работать с пределами. Удобно, когда вы много измеряете и уже реагируете на цвет, да, больше, чем на значение. Да. Вот такой прибор позволяет очень быстро и, что самое главное, безопасно измерять температуры в достаточно широком диапазоне. Минус 50, 490 градусов. Спасибо.